Меня зовут Круковец Кристина. Мне 15 лет, я из города Хабаровск. На белом пароходе я побывала первый раз в 2016 году. А все началось с того, что в августе 2015 года я со своей бабушкой ходила на гала-концерт этого проекта. И мне все сильно понравилось, и я захотела тоже стать участницей. А весной 2016 года я попала на прослушивание, и моя мечта сбылась, меня взяли в этот проект. За все время сотрудничества с «Белым пароходом» мне запомнилось мое первое выступление в 2016 году в Хабаровске в ГДК, где я исполняла песню группы Scorpions «Wind of Change». Я желаю нашему замечательному белому пароходу больших успехов, новых друзей и удачного плавания!